746 тысяч подписей. Как вот уже только что было сказано, больше лишь у Уфы, где в поддержку присвоения городу почетного звания собрали более 1 000 000 подписей. На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены. И, конечно, хотел бы еще раз это подчеркнуть, мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали, искреннюю и широкую народную поддержку инициативы присвоения почетного высокого звания «Город трудовой доблести». Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время. А сейчас от всей души поздравляю и перечисливаю эти города, жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. Только что тоже о них было сказано. Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, новых трудовых свершений.